Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Pure Mancer, а это новое видео по игре Vanguard Bandits. Приятного просмотра. В предыдущей серии нас захватили солдаты Маспала. В данной серии надо от них будет уже убежать. Поэтому давайте перейдем в инструктаж, так как поговорить нам здесь не с кем будет. Я думал, что Энри выиграет для меня немного времени, но армия Маспала уже позади меня. Бастион, твой атака подготовлен для ходьбы в пустыне, потому что их атаки могут быстро передвигаться по песку. Конечно, я должен был это понять раньше. Все в порядке, Бастион, извини, что забыл сказать тебе это раньше. Я не должен был впутывать тебя во все это, Нана. И я очень сожалею. Не останавливайся, Бастион, я не хочу возвращаться домой, пока не получу приключений. Собственно, почему мы не можем здесь ни с кем поговорить? Так как мы остались одни. Наши только, скорее всего, подойдут к середине боя. Поэтому и поговорить нам, собственно, не с кем. Давайте, короче, перейдем к миссии. Там дальше по развитию событий посмотрим. Слишком много солдат бегут от них, Нана. Я никак не могу встать во главе них. Все, что я могу, это прорубать себе проход через них. Это будет весело. Так, ну... Нет, давайте не сюда, а вот сюда вот перейдем. И повернемся к солдатам Маспала. Они нас будут пытаться окружить, все остальное. Но это все до того, как не придет Эндрю. Придет Эндрю, и немножко ситуация изменится. Так, третий солдат и четвертый. Так, ну вот он, Эндрю. Кто это? Еще один солдат Маспала? Извини, Бастион, я не смог отвлечь их настолько, насколько это нужно было. Эндрю, это ты? Да, Бастион, это я. Помнишь нашу маленькую встречу перед тем, как тебе сбежать из замка? Что это за доспехи? Почему ты не сказал мне о них? Ты никогда меня не спрашивал об этом. Ты ставишь меня в тупик, Эндрю. Не беспокойся насчет этого старого извращенца, Бастион. Кью-Кью защитит нас от него. Это просто удивительно, что такая маленькая девочка может быть такой жестокой. Но я наступаю, Бастион. Твои друзья уже в пути, и мы продержимся до их прихода. Хорошие новости, но откуда ты узнал об этом? Если я выживу, то мы с тобой еще поговорим, Эндрю. Нет времени болтать, Бастион. Так, ну давайте перейдем к Эндрю поближе. И будем ждать наступления врага. Я же говорил, блин, будут нас окружать пытаться. Но я думаю, сильно у них окружить нас не получится. Все-таки. Хоть их и шестеро. Но я думаю, все-таки выйдет что-то хорошее из этого всего. Так, ну, Эндрю, конечно же, подойдет к противнику, начнет на него нападать. Кстати, это атака ниндзя. Типа его ниндзя. Они уворачиваются совершенно по-другому. И выглядит это более приятно, так сказать. Давайте тоже подойдем в лоб, атакуем тоже сильным порезом. А Тендрин защищаться не стал, а от нас защищаться начал. Странный тип. Так, ну, перейти у нас не получится. Так, опять ходит Эндрю. Ну, убивает его. Обидно. Ну ладно. Хотя мы могли с него получить опыт и деньги. Ну, Эндрю нам не дает этого сделать. Так, Маспал подходит к нам со спины. Давайте увернемся от него. Так. Так, ну, второй противник нападает на нас. Давайте ответим порезом. Да, порезом ответим ему. Может быть, он увернется от него. Нет, не увернется. Да, собственно, я и не удивлен. Какой-то он здесь тормознутый сильно. Так, а кого бить будешь? А, опять Бастиона. Что ж так, как что так сразу на Бастиона все? Давайте законтрим его попробуем. О, получилось. Сняли 32 хп. Получили 3-4 опыта. Так, ну я думаю, дальше его бить никто уже не будет на этом ходу.
Ну, Эндрю, как обычно, отворачивается. Вот, точнее, уворачивается с секундаров. О, наши подошли. Вас слушаюсь, что вы в порядке? Мы идем к вам, Бастион. Я рад вас видеть, друзья мои. Давайте добьем их и уйдем отсюда. Ну, пока вы подойдете, скорее всего, нас убьют. Как минимум на это похоже. Ага, Эндрю получил по морде. Первый раз за этот бой уже получил по морде. Так, что бы нам такого сотворить-то? По шагам, Эндрю Зейра, потом два Маспала, а точнее три Маспала. А какие? Ага, понятно, какие. Так, ну, вариант только один. Отползти куда-нибудь в сторонку и не отсвечивать в данный момент. Давайте еще раз отстоимся. Ну, Эндрю будет бить того, кто впереди него стоит в спину. На 38 хп ударил. Так, ну, ходит Зейра. Обещанные солдаты Маспала. А, так, наверное, лучше увернуться будет. Я думаю, блин, в данный момент он увернется. Ну вот, другой разговор. Очухался, неужели? Ну, а тут Эндрю пытается закружить. Кстати, по-моему, сейчас он уже не увернется от атака. А, нет, от атаки увернулся. Так. Вот вопрос. Смогу ли я подойти ему с спины? О, даже лучше. К нам подходит. Давайте порезом ответим и убьем его. Ну, а Бастиона, походу, уворачиваться не учили вообще. Хотя мы вроде и ловкость ему качали, и вся вот эта вот... Но он почему-то не хочет уворачиваться, усердно отказывается. Так, ну, Девлин на все клетки вперед, естественно. Та же песня с Рейной. Гальвас также. Ну и Барлоу тоже. Ну а те пытаются Эндрю раздраконить все-таки. Но пока вроде ничего у них не получается. И в звезду вроде его пока тоже не обернули. Хотя, походу, все к этому и идет. Вот она и звезда, здравствуйте. Это все, блин, приколы этого искусственного интеллекта. Потому что постоянно, блин, отвечать самой мощной атакой, это, ну, как минимум, неправильно, мне кажется. А с ноги, если я буду бить? Нет. А если подойти вот с этой стороны и попробовать? А, все равно не хватает. Да, тяжелый случай. Ну что, вариантов немного, поэтому, наверное, бьем ногой. Давайте сначала посмотрим вообще, какие шаги будут кто предпринимать. Второй Маспал — это у нас вот этот полный, пятый вот этот. Ну, давайте тогда под ножичкой того, кто слева. Попадет, неважно, просто главное ему, скажем так, очки перерыва создать. Чем больше очков перегрева, тем лучше он ходить, возможно, не будет. А пока наши подтягиваться будут. И чем ближе, тем лучше. Шансов будет больше на атаку. Так, нет, он все равно ходит. Увернуться или атаковать? Нет, это слишком дорого выходит. Ага. Давайте тогда увернемся, попробуем. 49% все-таки. Да, Бастион отошел. Правильно. Так, что будет делать пятый Маспал? Ага, будет на нас контрить. Ай, давайте его либо убьем. А, ладно. Мы постоим немножко в звездочке, ничего страшного. Тем более он увернулся. Одно хп? Серьезно? И ради этого я, блин, звездочку себе поставил? Ой, это не есть хорошо. Сколько там? Перегрузка в 10 или 12 очков? Не есть хорошо. Походу, долго будет стоять. Но главное, чтобы не убили. Потому что у него всего 70 хп. Ну, хоть не в лицо, уже хорошо. Давай, Девлин, подходи поближе.
Рейна, ай, Гальвас, почему ты ходишь не первым? Серьезно, следующим был ходил. Одно хп, серьезно, ты пришел добивать одно хп? Эндрю, ты такой Эндрю на самом деле? Знаешь, честно сказать, обидно, я не знаю. Я из-за этого одного хп, блин, в звезду встал. Ладно, остальными подходим потихонечку. А, все, Бастион вышел из-под звезды. Угу. Давайте сбоку подойдем, атакуем сильным порезом. В защиту. Ну, то оно и логично, собственно. Маспел стоит первый. Атаковать будешь нас, естественно, да? Выпадом в ответ. Да, выпадом в ответ больше не надо. 54 хп остается. Все больнее и больнее, блин. Ну, пока они дойдут, блин, мы уже их всех раскидаем с Эндрю. Ну, здесь и логично. Здесь по-другому и ожидать было не от чего. Скажем так. Так, ну а мы потихонечку подходим. Хотя, по-моему, уже бессмысленно подходить. Можно было уже остановиться. Ну да ладно. Все-таки уже подойдем, раз подходить начали. Ого, надевлено. Давай шаровой молнией в ответ. Шарахнем его, так сказать. Во. Так. Эндрю, ты серьезно? Ну что ж ты есть-то такое, а? Тебе же от этого ничего не идет. Зачем же ты их так добиваешь-то много? Давай, Бастион, ты теперь. За спину заходим. Сильным порезом. Да, и убиваем его. Ну хоть скольких? Двоих получается. Двоих или троих, где там плюс-минус. Одного у нас не получилось забрать, так как он... Одно хп у него оставалось. Так, давайте добавим умение одно. Нет, одно. Основание три, ой, два добавим еще. Спасибо всем! Давайте поедем в замок Дион и Бастион. Ну, а здесь мы приходим уже в замок. Так, Эндрю, вы один из солдат маркиза Диона? Это отвечает почти на все вопросы, которые у меня были. Хм, Бастион, я как-то надеялся на более бурную реакцию. Хорошо, я подозревал, что вы солдат или наемник, теперь я знаю, что вы своего рода и то, и другое. Мое конфиденциальное звание — конструктор убийств. Большое спасибо. Я буду говорить с вами, Андрей. Старик, похоже, ваша память начинает портиться, как и ваша прическа. Эндрю, меня вообще не волнует, как вам обращается его... А, как вы обращаетесь к его высочеству? Нет, меня волнует, наоборот, как вы обращаетесь к его высочеству. Вы не выказываете надлежащего уважения. Маркиз Дион, я потрясен, что вы позволяете подчиненному вести себя в такой манере. Почему бы вам не наказать Эндрю? Это ведь ваша обязанность. Взбодрись, старик, Бастион и я друзья. Наш побег из Маспелла сблизил нас. Не так ли, Бастион? Приятель и друг мой. Приятель, друг? Богохульство. Галлиус, я не сказал бы, что Эндрю и я лучшие друзья, но он спас мою жизнь. И я не забочусь, как ко мне кто обращается. Возможно, даже я люблю его неофициальный характер. Но вы не можете заручаться уважением граждан королевства, когда с вами так небрежно говорят. Я сказал вам, Бастион, остыньте. Вдохните поглубже и расслабьтесь. Успокойтесь, Галлиус, и сдерживайте как можно больше ваших резких комментариев, Эндрю. У нас есть более важный вопрос для обсуждения с Бастионом. Да, Маркиз Дион, пожалуйста, продолжайте. Мы не участвовали в столкновении между королевством и империей по одной причине. Мое семейство имеет одно обязательство. Мы обязаны защищать высший дух, пока человек королевской крови не окажется достойным использовать его. Только высшим духом Гратии может быть восстановлен ультрастрелок. Он находится во владении моего семейства с тех пор, как мой прадед принял его много лет назад.
Вы доказали, что достойны для стрелка Бастион, и поэтому я даю вам Гратия. Я чувствую себя странно. Я слышу голос глубоко внутри моего сознания, взывающего ко мне. Теперь я начинаю видеть что-то. Это блестящий белый атак. Это ультрастрелок? Ваше высочество, у вас все в порядке? Маркиз Дион, что происходит? Что происходит с его величеством? Принц Бастион прошел второе испытание, командующий Гальвас. Вы никогда не упоминали второе испытание, Маркиз Дион. Объясните немедленно. Гратия – волшебный камень, командующий Гальвас, и он может определить, кто, когда кто-то достоин или недостоин обладать им. Если бы кто-то недостойный взял Гратия, он не позволил бы ему или ей использовать ультрастрелка. Поскольку Бастион достоин, Гратия показала ему местоположение ультрастрелка. Спасибо за разъяснение, Маркиз Дион, хотя я все еще желаю, чтобы вы информировали нас заранее. Эй, Бастион! Кью-кью! Здесь вам не место, маленькая девочка, вы должны подождать снаружи. Бастион, я хочу играть, давайте играть! Нано, я не могу играть с вами, пока наши дела здесь не закончены. Я обещаю, что это займет совсем немного времени. Но я хочу играть сейчас! Вы не слышали мою команду, маленькая девочка? Выйдите и ждите снаружи. Вы мне не указ, старик, я никуда не иду. Вы должны выказывать уважение по отношению к старшим, маленькая девочка. Подойдите сюда, пока я не наказал вас. Ага, подойдет она, как же ж. Угу, сейчас. Ну, давай. Неужели? Нано, разве я не просила, чтобы вы не входили сюда? Вы должны повиноваться мне. Но я хочу играть. Хорошо, Нано, давайте играть. Мы будем веселиться. Правда, Бастион? Пойдемте скорее, пойдемте. Бастион, не балуйте ее так, вы сделаете только хуже. Этот инцидент показывает, почему я никогда не заводил семью. Этот инцидент показывает, почему я до сих пор пылкий сторонник использования телесных наказаний. И это показывает мне, что купить... Что этот инцидент подсказывает мне, пора купить затычки для ушей. Эта маленькая девочка сильно запала на Бастиона. Это где-то между симпатией и психозом, разве не так? Его маленькая девочка... Нет, эта маленькая девочка... Короче, маленькая девочка — это проблема и наиболее неудачное развитие события для всех нас. Мы получили Гратию, Ваше Величество. Нашим следующим заданием будет обнаружить ультраоружие. Ох, сколько я пропустил. Ну, тут скорее... От Гратии пропало, чтобы показать, где спрятано ультраоружие. Ну, короче, Гратия типа должна была показать, где спрятано ультраоружие, но ощущение то пропало, которое было. Наверное, нам надо возвратиться домой и посмотреть, нет ли там для нас новостей. Маркус Дион, я у тебя в долгу. Нонсенс, принц Бастион, я просто помогаю выполнить обещание, которое моя семья дала много лет назад. Маркус, это нормально, если мы будем общаться, не называя титулы? Я ненавижу такую ненавижу такую формальность. Если, конечно, ты чувствуешь, тебе нужно... Хо-хо, не за что. Бастион, в противоположность я всегда подозрительно относился к тем, кто хвалит свои родословные. Его Величество гордится своими кровями вместо того, чтобы игнорировать их. Итак, Маркус Дион, я собираюсь сопровождать Бастиона в поисках ультраоружия. Нет проблем, сэр. Я рад слышать это, Эндрю. Береги себя и смотри, чтобы ты не стал причиной проблем Бастиона. Как же я много опять пропустил. Я это и имею в виду, Диона. Это не моя проблема, что люди так легко обижаются в эти дни. Я хочу сказать, что Эндрю очень хороший человек. Эндрю, защищай его, как бы ты защищал бы меня или себя. Снова, сэр, вообще никаких проблем. Перед тем, как я уйду, маленький вопрос. Я получу экстра плату за то, что охраняю принца. Я придерживаюсь мнения, что тебе лучше поскорее покинуть, пока я не решил вообще ничего тебе не платить, Генри. Хороший ответ, сэр. У меня только одна просьба к тебе. Держись подальше от меня. Взбодрись, Гальвас. Это значит, что мы не можем быть друзьями, если со мной все эти девушки, правда? Несмотря на это, я сожалею, что все эти девушки выражают недовольство из-за меня. О, действительно, возможно, я должен тоже сожалеть, но громче.
Бастион, позволь мне ехать с тобой. Это будет слишком опасно, Нана. Оставайся здесь, в повозке со мной. Ты просто ревнуешь, потому что я нравлюсь больше Бастиону. О чем ты говоришь? Я не ревную. Я просто забочусь о твоей безопасности. А теперь иди сюда, пока я не ударила тебя. Я помню время, когда женщины сражались друг с другом, чтобы выяснить, кто из них поедет со мной. Нам надо торопиться. Эй, Бастион, посмотри на радары. Я вижу эти сигналы. Как ты думаешь, кто это, Эндрю? По их облику что-то мне подсказывает, что это армия Маспл. А мои догадки всегда обычно правильные. Армия Маспл — это значит Дюк Редкот. Так, ну, всего 20 минут прошло. Давайте, наверное, зайдем в запись, как минимум. Запишемся. Так, и давайте, наверное... Да нет, наверное, давайте на это закончим. Ну и на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. А на этом все. Пока.